И снова здравствуйте! Это дегустация сырков Ростагрокомплекс с интеллектуальными людьми и кошкой. Кс. Кошка саботирует проект, говорит, дайте мне сырок. Я ей говорю, надо сначала базу рассказать, она все орет. Сейчас сделал вид, что она не разговаривала все это время. Она вот, кричит. Кс. Что такое? Что тебе... Посмотрите, что творится. Неугомонная. Она молчала все это время. Только я сел снимать сырки, она сразу побежала орать. Пока кошка молчит, можно рассказать. В общем, у нас сегодня два гостя. Статусных, привилегированных, я бы сказал. Это чизкейк с манго и семенами чиа. И сырок в белом шоколаде с малиной и фисташками. Верхний стоит 62 рубля, в белом шоколаде 70 рублей. Цены, конечно, ядрить. 5 лет назад, когда я начинал это все, цены были чуть-чуть пониже. И сырок за 40 рублей считался уже дорогим. А тут, видите, куда деваться, ребята. Приходится уживаться с такими ценами. А что, сырков-то хочется поесть. В общем, купил в Магните. Изготовитель Москва петушки. Ну, вы поняли. Давайте, уже мурашки, коленки трясутся. Перейдем к распаковке. Вот это надо будет вырезать. Смотрите, облизывается. Но мое отношение к бывшему Александру вы знаете, как бы вкусный, но дорогой. Упаковка, мое почтение, вот особенно у чизкейка с манго, как же красиво. Мне так нравится этот, какой он, керамический. Ну вот, вот этот цвет желтый, прям хороший оттенок желтого, да? В принципе, сырок, ну такой, как обычно, ребята. Хороших размеров у Александрова только так. Маленьким он никогда не был. Давайте уже хавать, эту кошку сейчас меня порвет. Вот так вот они выглядят. Чизкейк, конечно, я бы сказал на нашем сленге кринжовенький прям. Ну очень. Я вообще только когда сел снимать, увидел, что это не сырок, а чизкейк. Ну вот такой вот я невнимательный. А вот в белом шоколаде сырочек выглядит прям запупенно, ребята. Кайф. Сейчас буду дегустировать. Прям не могу дождаться. Вот это малина или фисташки выпирают из него. Прям. Это она с фисташками кушает. В общем, я попробовал и могу выносить вердикт. Чизкейк вообще отстой. И манго, и семечки эти чувствуются. Ну такой отстой. Вот это нижнее, да, видите, вот это желтенькое. Это вообще какая-то ерунда, я так и не понял, что это. Мне не понравилось. Ставлю 1.5 балла. Вообще, кому это сделали? А вот сырку я могу поставить более высокий балл. Я даже думал, может, 3 поставить за реализацию и идею. Но все-таки 2.5, потому что... Ну, вроде прикольно сделали, вкус этот, и малины чувствуются, и фисташки, вон, вы можете видеть, их много, и шоколад нормальный, у них всегда шоколад хороший, но как будто перебор, ну, правда, уже перебор. Мне этот сырок рекомендовали, я прям думал, какая-то бомба будет, но что-то вот, ну, душа говорит, что нельзя этому сырку 3 ставить, ну, вот, намешали, ну, такой прям... Как будто не знали, что бы сделать. Вроде и вкус хороший. Ну, 2.5, ребята, честно. Ну, вот такой вот вердикт у меня. Итог, что я могу сказать. К 2023 году я снимаю обзоры на сырки уже 5 лет. И я могу сказать, что... Ну, они просто бесятся, вот эти фабрики, изготовители, компании. Они уже не знают, что придумать, им обычный сырок уже, видимо, не вкатывает или что. Спроса мало. Они уже придумывают какие-то манго, фисташки. Ну, для кого это?
Типа, ладно, просто малина, ладно, в белом шоколаде. Они такие, и в белом шоколаде, и в малине, и с фисташками. В следующий раз еще Сникерса добавят. Знаете, как у Светлогорья было? Я когда вот только сидел, вспоминал, 3 года назад снимал обзор на сырок с лимоном у Светлогорья, я думал, вот это они придумали, конечно. Год назад снимал Светлогорье Сникерс, тоже думал, ну ерунду придумали, зачем, для кого, как и с твердым сыром. Тут тоже вот, они, видимо, со Светлогорьем конкурируют или что, соревнуются, кто прикольнее сделает. Ребят, давайте я вам идею накину. Давайте тирамису, ну, сырок тирамису с дыней, с дольками банана и горохом. Вот это бомба будет, прикиньте. Ну, семечками гороха или кто, или семечками из дыни давайте. Может, абрикосовый? Ну, вот вы все это совместите, мне кажется, бомба будет, реально. И за 100 рублей сразу. Точно возьмут, ребята, я вам говорю, вот. Пока не патентовал, берите.